Всем привет! С вами канал Art Money. И что, Дима, у нас сегодня пробуй, смотрите. Привет! Как ты это назвал, Дима? Гамбургер. А ты его назвал по-другому. Караканчик какой-то. Да? Да. Так что ли? Караканчик? Караканчик. Не знаю почему, но он его назвал караканчик. Вот такой вот у Димы гамбургер привезла моя подружка из пекарни какой-то. Я уже пробовала, очень вкусно. Он сейчас горячий покажется, Дим? Нет. Нет? Ладно, не горячий. А ты этот стоит такой, со семечки? Ну, это сверху, кунжут. Кунжут. А ну, я... не надо его так, это, Дим. Его надо брать и кусать. Первая, самая первая проба. Не надо, Дим. Сверху бери его вот так. Сейчас, подожди, он горячий, что ли, еще? А, еще горячий. Берешь его вот так и откусываешь. Ну. Вот так его. Дима недавно уже был в Макдональдсе. Ну, не Макдональдс, а KFC мы ходили, да? Там тоже был гамбургер. Дима чуть-чуть пробовал, но было очень неудобно, да? Там стулья стояли далеко от стола. Ну, как-то это неудобно прям совсем. А там кто-то ободрал там. Да, там кто-то ободрал. Дима чуть-чуть пробовал картошку. Это вообще мальчики ободрали там. Да, а теперь Дима пробует дома гамбургер. Как тебе, рассказывай, гамбургер? Ты еще не дошел до мяса? А тут кто укусил? Дима. Дима откусил гамбургер. Давай пробуй. Это первый чего пробуй. Это кусил гамбургер? Гамбургеры, кстати, очень-очень вкусные, прям такие это похожи. Дима, Дима, нормально. Жуй его, ешь нормально. Тут его ешь как прям, не знаю кого. Вкусно? Тебе вкусно, сына? Вкусно. Хорошо. Ты его сверху не надо объедать-то. И он не так кушается. Вон там мяско. Что там, давай покажем зрителям. Там я вижу помидор. Ну, помидорка, конечно. Капуста. Ну и котлетка, как обычно. Сыра нет вот только, да. Она привезла два было с сыром, один вот без сыра. А я капусту кусю. С той стороны будешь кусать. Ну, в принципе, так по большому счету можно делать и самим дома такой гамбургер. Что там, в принципе, котлета. И все. Она какая-то подвявшая какая-то. Капуста как-то. А ты дырочка пьюс. Угу. Кушай. Вот такие. На тебе капусту. Пробуй, Дима, да? На тебе капусту. Угу. Кушай. Сейчас что-нибудь подложу. Капчи. Он тебя будет записывать. Получился у нас, по-моему, я так понимаю, мукбанг. Мук, да? По-моему, начинается на букву М, его не всегда поправляется. Мукбанг. На. Тебе. Кушай. Кушай, малыш, кушай. Да, как он широко рот открывает. Да какая вкуснясь. Над столом кушай. Ты сейчас уронишь, Дим. А потом все будет лежать там. Я
стал. У меня вот такой стал ионный класс. У меня вот такой стал ионный класс. Кушай. Бу-бу-бам-бам. Кам-кам-кам. Это кам-кам-кам. Кам-кам-кам. Это похоже на хлеб. На хлеб похоже? На хлеб. Mm-hmm. Да. Это маленький, а это бед. А это бед. Это бед. Все, совсем по отдельности стал кушать? По отдельности. Ну, дети это хорошо умеют. Кушать по отдельности. Гамбион. Видите, гамбион. Он с глазами прям гамбион. Видите, с глазами гамбион. Ба, там огурчики. Это гамбион с глазами был. Это гамбион с глазами. Четыре на топы.
Цитрина. Вкусно? Ты вместе кушай, Тимур. Вместе кушай. Ням-ням. А капусту я буду. Бом-бом. Ба, и сюда бутики. Чик-чик. Мама. Ба-ба-бам-бам. Айду убейте. Тебе вкусно? А что-то я смотрю, ты хлеб кушаешь, а котлетку оставил зеленушечкой. Это напоследок? Напоследок. И как будто тут она вас нет. Типа самое вкусненькое на потом, да, Дима? Да. Да. А буду завтра есть, буду. Что будешь? Завтра я буду есть. Ах, ты на завтра оставил? Так это надо было сегодня съесть, не завтра. Правда. Что это? Понюхаешь? Ты что-то понюхаешь?
кушаю. Ну, я здесь уже стою. Это что, не доешь, что ли? Я доем, еще соток я оставлю. Как так? Надо докушать. Главное, хлеб съела, а котлету оставила. Интересно это дело. А мандаринку будешь с киви? Не буду. Не как? Будешь? Оп, яйцо. Да что ты. Котлету, смотрите, оставим. А? Обычно все дети мясо первое съедают, да? А потом все остальное. А тут ребенок, смотрите, наоборот. А? Как так понимать, сына? Папа, да. Запивай водичкой. Папа, да. Запивай. Что ты Папа, да. Ну, надо докушать, Дим. Папа, да. Надо докушать котлетку. А? Дима. Дима. Ну что, ешь давай, доедай. А я оставлю на ужин. Ну, нужно сейчас есть. Что мне сейчас убирать, да? Давай, 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 давай. На ужин. Ну, давай. Это на ужин. А как же? А мандарин? А мандарин не буду. Не будешь? А груши, яблоко? Ты разбаловался. А это бух, лопнем и все. Знаешь, ты лопнешь. Что ж теперь? Все, вот так Дима покушал у нас гамбургер. Самый первый его гамбургер вообще в его жизни, да, был? Тебе понравился, Дим, гамбургер? Понравился. Ты еще хотел бы поесть гамбургер? Хотел. Хотел бы? Нет, не хотел. Нет? Па. Тебе понравилась такая еда? Такая понравилась. Да, батюшки. Скажите, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Лайки. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие какие-то интересные пробы Димы, да? А ты свои впечатления расскажешь о гамбургере? Он был вкусный? Он был вкусный. Сладкий? Или... А что вот это и горит лампочка? Все это нормально. Комментарии скажи, пишите. А что? И всем пока-пока. С вами был канал Артмани. Пока-пока!